Warning, unwelcome activity in the station premise. Stay in your cabins. Warning, crisis defense activated. Attention, unpermitted activity in the propulsion core. Gates closing. Привет! Это обзор от Mob.ua, и я Трэш. Как ты думаешь, что произойдет, если соединить Dead Space и Mass Effect? Правильно, получится игра под названием Dead Effect. Нет, я серьезно. Об этом странном эксперименте мы сегодня и поговорим. В игре ты выступаешь в роли солдата, пытающегося выбраться из очередной космической станции, на которой очередной вирус породил очередных зомби. Сначала я подумал, что это самый избитый сюжет, который я когда-либо видел. Но потом я в этом убедился. Я не представляю, каким людям в головы приходят такие идеи. А может, это не люди? Что если сюжет про зомби придумывают сами зомби, для того, чтобы люди становились зомби? Нет, ну смотритесь, мы даже играем зомби. Выбрав бабу или мужика, мы оказываемся на космической станции для прояснения ситуации. При первом взгляде на Dead Effect, ты понимаешь, что правильнее было бы назвать игру Resident Alien Dead Trigger Effect Crisis Doom 3. О да, эта игра окупилась бы только своим названием. Короче, очнувшись в неизвестном отсеке, с помощью одного лишь шокера предстоит найти следующее оружие, а после него следующее и так далее. Вот мы и дали цель играм про зомби. Нет, ну если честно, сюжет здесь все же имеется. По уровням разбросаны кусочки повествования, помогающие к финалу разобраться во все же банальной эпидемии зомби. Но что такое сюжет в игре, где все решает пушка? А уж этого тут в достатке. Вдобавок, каждую из пуколок можно улучшать, повышая убойную силу, точность стрельбы и некоторые другие показатели. В игре десятки миссий, которые обеспечивают минимум 4-часовой геймплей, а это отлично скрасит твое безделье. Как-то я все же больше обосрал игру, чем похвалил ее, а она заслуживает лучшего. Так что позвольте сказать пару слов в защиту подсудимого. Dead Effect — это все же хороший экшен с великолепной графикой, удобным геймплеем и качественной музыкой, добавляющий хорошую долю в атмосферу игры. Надеюсь только, что следующую игру разработчики не будут называть Mass Space. В общем, рекомендую шпилку всем представителям мужского пола, за исключением братьев наших меньших. Все-таки там кровь, кишки и море насилия. А я бы не хотел, чтобы ваши мамы обвиняли меня, игру, компьютер или теперь ваш девайс в том, что вы в грубой форме проявили нежелание жрать суп. На этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До новых встреч!